Сегодня праздник у Воздушно-космических сил России. В этот день, в 1912 году, в Генштабе Российской империи была создана часть воздухоплавания. Именно последний год для ВКС стал знаковым. Операция против террористов в Сирии показала, какие области нужно модернизировать в первую очередь. От новых лопастей для вертолетов, которые не так быстро изнашиваются во время пыльных бурь, до истребителей следующего поколения Т-50 и обновленного бомбардировщика Ту-160. Кроме того, ожидает и получение сразу 6 полковых комплектов С-400.